Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Привет всем любителям и поклонникам футбола! Говорит и показывает город Нижнекамск, стадион «Нефтехимик». Легенда, легенда нижнекамского футбола. У нас первый удар по мячу. Поехали! Защитника Маркович Грицаенко будут располагаться в центре обороны. Ой-ой-ой, момент какой, первый момент! Лисакович! Лисакович 1-0! Это так, но Камиль Мулин сегодня в запасе. А так, конечно, форвард очень опасный. Удар Москвичева! Дюпин! Дюпин тащит! Игроков обязательно выйдет и покажет себя, я думаю, во всей красе. У Лидии здесь мяч получает. Мягенько чуть назад через себя! Денисов! Боже мой! Что сейчас сделал Роман Денисов? Удалось вот здесь чуть назад. И двигаются вперед футболисты «Нефтехимика». Получает здесь у Лидии жестко в колено. Красная карточка, Иванов! Казанцы перехватили инициативу. И казанцы сейчас доминируют. Казанцы идут вперед! Фомие! Фомие! Вот он! Вот он, Джаэль Фомие! Ему многого не надо! Терехов и туда в штрафную. Неприятно. И подбор за кем? За «Нефтехимиком». Котов бьет! Котов! Котов! 2-2! 2-2! Павел Котов! Ну что, вот не самый опасный навес. Пошел навес. Борьба на втором этаже. Мартынович от земли попытался пробить, точнее, а газон до земли. Здесь нет! Лисакович! Штанга! Вау! Вау! Вот это момент. И, в принципе, мы даже переиграли. Все. Ну что, звучит свисток. 2-2. Эль Татарика подошло к концу.